новым стихотворением. Ты научился с этим жить, и это жуть уже не пробует блажить в тебе ничуть. Ты изучил ее повадок, виражи, и изложил ей распорядок и режим. В знак высшей кары по решению суда ты стал ей нары, спецодежда и еда, и жуть жива, а ты страшнее жути стал. И как бы вам себя расставить по местам там, злой ребенок, тех идей, где каждый счастлив, тут ткань пеленок, и скоту, и Богу ясли. Это ведь я хотел больше тел, ты хотела больше тела, я хотел больше тел, ты хотела больше тела, я хотел больше тел, ты хотела больше. Я так часто бываю последним клиентом бара. Нет, раньше, конечно, чаще, злее и веселее. Но зато теперь я могу проследить, как уходит время. Одинокими, трезвыми барышнями сначала, сразу после того, как организатор концерта в микрофон скажет что-нибудь важное, так не к месту. Но я хотел больше тела, ты хотела больше тела. Те, кто помнит, у них что-то там должно превратиться в тыкву. Если к полуночи, или к закрытию переходов, или еще на такси можно догнать ускользающее время. Да только всем же прекрасно видно, если сразу они не уходят, головы с любого ракурса могли бы напоминать задницу, если б не тот черенок, который торчит и тянется к грядке. Я хотел больше тела, ты хотела больше тела. Станет самая красивая женщина с кавалером, как будто бы меньше ее по росту. На самом деле он просто сжат, как пружина. Он давно готов, он гонит и гонит рожаться. Им вслед повисают вопросительные паузы. Блин, а неужели она ему никогда не изменяет? Слышу, но вообще рядом с ней хоть когда-нибудь расслабляется. И только лет через 10 всем становится очевидно. Ответ на оба вопроса нет никогда, а смысл? Я хотел больше тела. Те, кто узнали, те, кто поверили сразу, что можно не быть несчастным, чтоб стать счастливым. О, как же они охуеют, когда узнают, как же они охуели, когда узнали и поверили сразу, что можно не быть несчастным, чтоб стать счастливым. И вот потом уходить все еще будут очень долго. Или вернее сказать, не уходить будут еще очень долго, но уйдут. Звукач с женой. И этот маньячный юноша, весь концерт просидевший с книжкой, дождется официантку и выйдет с нею в обнимку. Идейные жрицы кафельных храмов любви и братья, падшие на фронтах взаимопонимания, все уйдут! Все уйдут! И закурит бармен. Выключит музыку. Достанет из-под стойки пепельницу 2007 года. Прямо на тишине нарисует дым. Можно. Можно. Не быть несчастным. Если когда-то давно ты случайно не стал.